Пришел домой, смотрю, тут есть пузатенькие самочки меченосцев. Ну, сейчас покажу, в чё я их сажу на нерест. Вот присмотрел уже здесь. Да, с этим переездом много пострадало рыбы у меня. Вот она, черненькая самочка, прячется. Сейчас ее аккуратно поймаем, чтобы меньше было стресса. Ладно. Другая вот флаговая, красная, тоже прячется. Много погибло вишневого барбуса, пока я переезжал. Жалко, конечно, производителей. Не хотят. Посадил самов таракатумов нерестить. Тоже сидят, толку никакого. Вот они. Вот поймал я черненькую самочку пузатенькую. Вот от простых 5-литровых бутылок я взял, вот так отрезал вверх квадратик. Вот он. Тут свежая вода. Как свежая? Неделю вода отстаивалась. Сейчас поймаю вторую самку. Тоже вот сюда запущу. Половину воды с аквариума, половину свежей отстоянной. Кину рогалистник и попробую еще вишневых барбусов. У меня маленько есть мальков. Маленько мальков. Вот хотел вот эту самочку еще. Как бы тигровая. Все красивое. Но мне сказали, что это кое. Также рубин, вот вишневые барбусы, самочка. Ну то худенькие. Рубиновый самец. Тоже у меня осталось мало их совсем. Вон там сидят 4. Таракатума. Я их приучил вот так вот. Отключаю. Помпу, и они начинают вылазить. Давай, что-то не хотят вылазить. Одна пара плавает, а другая в гроте. Что-то не вылазит. И третья пара вон на нересте. Вот они. Это самочка. Ну, подальше самец. А мы что-то не вылазят. Будем ловить меченосцев. Вот эта самочка еще пряталась. Пряталась. Все поймано. Да.
И также сюда. Сейчас для них стресс. Ну вот, налил воды. Можно даже было чуть побольше. Сейчас рогалистник туда брошу. Подключу распылитель. Дома тепло. В аквариуме у мальков даже почти 30 градусов. Но это много. Накрою полотенцем. И пускай рожают. Потом посмотрим, что получится. Ну вот это самые пузатенькие самочки. Они начинали прятаться уже вон туда, в траву. Решил их отсадить. В аквариуме у меня золотые рыбки, ни разу не метал, хочу тоже вот попробовать. В основном меченосцы, малинезии, сомики золотистые, сомики крапчатые, альбинос. А вон вдалеке альбинос плавает. Также маленькие есть. Данюшки потомство уже подрастает. Сейчас все в одном аквариуме. Было 5 аквариумов, не считая малявочников. Купил анцитрусом вот такой вот грот глиняный. Он и мне понравился. Живут все толпой. Там у меня получается 2 альбиноса самца, 2 самца простых звездчатых и 2 самочки, одна большая, одна маленькая. Вот выплыла из грота самочка таракатума. Вот гупешки раньше отдельно были, малинезии, меченосцев я рассаживал по разным аквариумам, скрещивал, а переезд мне все попереломал. Ну ничего, сейчас восстановлю. Все, стеллажи сделаю. Мальки есть. Подрастут. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рад. Спасибо всем, друзья.